У меня всегда складывается легкое ощущение, что чем теснее круг гостей, я в количественном плане, тем, видимо, настолько избирательно виновники торжества подходят к выбору, а кого бы они хотели видеть. Вас сегодня мало, правда-правда. Но не 100 человек. Судя по всему, многие друг друга знают. И, как я понимаю, еще и не первый год. И даже не второй. Давно, в общем. Оглянитесь вокруг. Посмотрите друг на друга. Никого не забыли? Тогда давайте договоримся, что ровно через 365 дней тем же составом, с тем же настроением, в каком-нибудь месте и на годовщину, на год официальной совместной жизни. Так что я думаю, что это точно не все. Это начало. Любите, созидайте, улыбайтесь. Все не прекрасно улыбайтесь. А можно я наконец-то не испорчу свадьбу? А можно Горько, пожалуйста? Горько!